Поздравления и слова благодарности за нелегкий, но очень важный труд приняли и сотрудники ЛГЖТ. В самой крупной управляющей компании городского округа работает более 400 человек. Лучшие представители профессии получили заслуженные награды. Спасибо. В это предпраздничное утро, временно покинув свои рабочие места, сотрудники ЛГЖТ собрались в конференц-зале. День работника ЖКХ – одна из тех дат, которая объединяет и без того сплоченный коллектив. Об этом говорил каждый, кто пришел поздравить с профессиональным праздником. Тепло в доме, комфорт, уют и хорошее настроение зависит всегда только вот от того, как поступает теплоноситель, вода, как убирается подъезд, какое отношение и как старший по дому, бригадир на данном участке, либо руководитель ЖЭУ, как он улыбается, как он общается с людьми. Если этот контакт есть, значит, все понимают, что они заботятся. Да? Это предприятие, которое сегодня я имею честь возглавлять, сделать все, чтобы не подвести вас и наш округ, и мы одна команда, мы занимаемся общим делом. То дело, которым мы занимаемся, жилищным коммунальным хозяйством, это не зря наш профсоюз называется профсоюз работников жизнеобеспечения. Показатель профессионального и сплоченного коллектива – люди, работающие в нем не один десяток лет. Зоя Родина в ЛГЖТ уже четверть века. Верна своему делу и коллегам, которые стали для нее второй семьей. Это ответственная работа, это ответственность перед нашими жителями. Праздник я всех хочу поздравить с этим замечательным праздником всех работников жилищно-коммунального сферы и поблагодарить наших жителей, чтобы они были всегда довольны нашей работой. В честь праздника сотрудников ЛГЖТ наградили благодарственными письмами губернатора Московской области и главы Люберец. Лучших представителей компании отметили также депутаты Московской областной думы и народные избранники городского округа. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.